Понятно, что законодатели вынуждены рассмотреть вопрос о том, как вообще относиться к действиям подобным, допустим, пляске в храме с выкрикиванием всякой нецензурщины. Но, на мой взгляд, в данном случае лучше говорить не об оскорблении чувств верующих, а просто о поведении, неподобающем в данном конкретном месте. Так же, как нельзя сейчас, допустим, раздеваться догола на школьном крыльце, хотя вполне можно раздеваться догола на нудистском пляже, точно так же нельзя устраивать пляски с руганью в церкви, хотя вполне можно устраивать такие же пляски на собрании какого-нибудь тематического клуба. Поэтому мне кажется, что на месте законодателей следовало бы все-таки ограничить состав преступления конкретными действиями, а в остальном предоставить дело самим верующим. Так же, как из клуба можно выставить вон человека в неподходящей одежде, точно так же из церкви можно выставить вон человека в неподходящем поведении, не привлекая к этому делу законодателей.